Всем привет, друзья! Ну, и так понятно, что, в принципе, вы думаете, наверное, то, что это пиар, но нет, это не пиар. Меня попросил этот подписчик Cat Bro Puff Pef, не знаю, как правильно читается, но, в общем, попросил сделать реакцию на его видео, чи на его канал, не знаю. Ну, вроде бы просили, не знаю, зачем. Зачем-то, блин, он только стримы снимает. Ну вот реакция на доносло 255. Но это, в принципе, очевидно. Да уж, видео лагает, и все понятно. Бендикэм. Блин, такой... Я никогда не слушал свои личные видео. Никогда не слушал. Ну это ничего. Забудь про это. Я не знаю, какую реакцию именно я должен проявить. Так, а это что такое? Стрим был. Не понял. Да уж, ну, не, ну, нормально, в принципе, но просто не понял, что он показывает. Так. Ого! Почти 1,5 часа. Хороший стрим-то, блин, тут только стримы. Чего, как называется видео? Ты фрам в вбз. Уф, запятая, джуфиф, кфгрф. За бред. Так, я, правда, не понял, какую реакцию я должен снять. Но... Не, ну я понял, какую-то реакцию я должен снять. Допустим, я сейчас посмотрю, какая реакция тут. А тут без звука. В принципе. Ага, Windows 10, видимо. Ну да, у него, в принципе, по-моему, Windows 10. Я чё? Блин, 6 дизов? Чего? Какие дизы? Что за дичь? Кто поставил дизы? Хотя, скорее всего, это мои подписчики, я уверен. Ну, такое ощущение, то, что я смотрю свое видео просто на канале, правда, чуть с лагами, с того, что бендикаем. Вот я советую больше тебе на Android снимать, потому что бендикаем, не знаю, что там с программой, но налагается. Так, ну, что прикольно. Не, ну я видел эту реакцию, я ему обещал снять реакцию. Да, я помню, как я эти обсидианы добывал, блин. Капец, тяжело было так. 12 подписчиков. Стоп, у меня такой был, бывает иногда баг, так. А, не-не-не, этот баг не работает. Пусть иногда баг такой маленький с подписками, но, в общем, не важно. Так, ну, чего? Стоп, стоп, школота? Или стоп, школота? Я не знаю, как правильно читается. Чего? Так, ну... Чё, нормально. Не, это маты. Мне такое лучше мне не смотреть. Да уж, стоп школота, че стоп школота. Снимает, да уж. Жестко. Угу. Дилан плей. Ну, я, правда, не знаю, какую реакцию он точно просил, но просто посмотреть видео, видосики его и оценить, че что. Не, ну, тут я бы дал оценку, ну, 10. Хотя, не-не-не-не-не. Хотя, да, 10. По 12-бальной 10, потому что видео лагает из-за того, что... Столбали. Ну, в общем... На это я ставлю, конечно же,
Не, опять сейчас маты будут, поэтому я не оцениваю это видео, но я оцениваю только не стримы. Да блин, что я все время ставлю пятый лайк, и почему-то мне показывают то, что, блин, это тоже баг. Но тут бы я дал тоже оценку 10, потому что лаги. Тут бы я дал... А, блин, это ж только что смотрел, вот тупорные. Так, тут бы я дал оценку... Ну, 10. Тоже. Ну ладно, всем пока, как бы. Больше делать не знаю, что. С наступающим вам годом, чтобы вас там... Не знаю, что сказать там. Чтобы дома радость была у вас. Подписчиков прибавлялось, просмотров. Больше видео топовей. Чтобы вы стали популярными ютуберами. Счастья, здоровья. Ну, в общем, всего хорошего на Новый год. Пусть Новый год вам принесет всего самого лучшего. Всем пока.